Жизнь состоит из чудес. Они могут случиться с каждым. Мы не всегда их замечаем, не всегда понимаем их природу. Но настоящее чудо узнаем всегда. Волшебные вещи вокруг нас. Что может быть естественнее? Левитирующие растения или плант. Чудо объединения природы и современных технологий. Растение, медленно вращаясь, парит в воздухе, получая достаточно света со всех сторон, как если бы оно росло в саду или парке. Это настоящее чудо. Настоящие чудеса рождают живые эмоции. Простые, естественные и самые ценные.